На жаль, свята не змагло прайсці ў тым масштабе, у якім планавалася. Горад раптоўна накрыла водная стыхія, але для сапраўдных аматараў мастацтва фотаздымкаў дождж не стаў перашкодай. Свята дзень фатографа ў Брэсце адзначылі ўпершыню. У рамках музейнага праекта «Каляндар» арганізатары прапанавалі спецыяльную праграму: майстар-класы, трэнінгі і нават квест, па выніках якога вызначылі шчаслівага ўладальніка бясплатнай фотасесіі. Фотография очень плотно вошла в нашу жизнь, и мы хотим отметить это явление в нашей жизни, тем более, что есть очень много талантливых молодых фотографов в нашем городе. Сярод іх 16-гадовы Даніил Міхальчук. Фатаграфію ён пачаў займацца яшчэ з 12 гадоў. Спачатку здымаў на так званую мыльніцу, потым набыў апарат больш сур'ёзны. За гэты час прафесійныя навыкі маладога чалавека сталі больш дасканалымі. Даніил з'яўляецца аўтарам выставы, прадстаўленай на свяце. Юнак адзначае, сапраўдны фатограф павінен рабіць не толькі здымкі, але быць яшчэ і псіхолагам. Если это будет портретная съемка, это будет работа с людьми. Надо человека как-то раскрыть, как-то его вывести на какой-то разговор. То есть, ну, от разговора будет зависеть и настроение человека. То есть, если вы будете говорить о чем-то веселым, там, позитивным, будете смеяться, то есть фотографии будут такие же. Зараз амаль усе гаджеты оснащены фотокамерой. Дарэчы, выбрать профессийную камеру або камеру мобильного телефона – пытание достаточно спрэчное. На телефон фотографировать предпочтительнее, потому что телефон у вас всегда с собой, а камера у вас с собой далеко не всегда. И сейчас существует очень много конкурсов, например, IPA Awards, конкурсов мобильной фотографии, где собраны фотографы со всего мира, и их фотографии высоко оцениваются. Мастацтва фотографии может спастигнуть кожны, упэўненный Дмитрий Пачынок. Галоўнае – ведаць, чаго пачынаць. Начните с того, что будете снимать, и снимайте, 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 много снимайте, отбирайте, мало показывайте, но обязательно показывайте, не снимайте в стол. Если вы снимаете, это становится важным, когда ваши работы будут оценивать и как-то критиковать люди, которым вы действительно доверяете, мнение которых вы уважаете, вы получите очень-очень ценную информацию. Фотография – это умение заключить убаченное у рамку. Каб здымок стал сапраўдным отбитком истории, треба научиться бачить незвычайное у звычайным.